Арсик Вектор погиб. Всем привет, ребят! Сегодня не будет ни побега, ни обучалок, ни каких-нибудь приключений. Сегодня я просто отвечу на ваш вопрос, который вы постоянно задаете мне в комментарии. Кто-то уже, наверное, догадался, что это за вопрос. Да, это вопрос про Арсика. Где он, куда он пропал, почему мы вместе не снимаем? Во-первых, последнее видео у нас вышло около полгода назад. Это был побег от полиции, там с психушкой было что-то связано. Вот, это видео было где-то перед морозами еще осенью, наверное, где-то в октябре. Кто помнит, напишет конкретную дату в комментариях. Арсик Вектор погиб. Ну, это шутка. Арсик Вектор не погиб, а он выбрал другой путь. То есть, получается, на YouTube, я не знаю, он будет возвращаться или не будет, но возможно вернется, возможно нет. Но его видео до сих пор набирает просмотр, то есть на него еще до сих пор подписываются, но новых видео уже давно не было. То есть последнее видео у него было полгода назад практически, но именно новое, которое мы вместе снимали. Так, почему я с ним не снимаю? Во-первых, мы снимали с ним, знаете, блин, очень долгое время, практически, как у меня канал появился, так мы и начали снимать. То есть у меня появился канал в августе, а у него в октябре мы вместе снимали, потом там, ну, не знаю, что-то случилось, Арсик стал меньше снимать, потом мы поехали в Чернобыль, потом там появился Саид, потом, не знаю, Арсик на нас обиделся, ну, между собой прикалывались, Арсик, короче, обиделся на это, то, что мы над ними шутили тоже, ну, надо мной тоже шутили, там, над Марком тоже шутили. Но, не знаю, после этого он зарегался в ТикТоке, потом он там прожил какое-то время в России, это месяца два или три, я точно не помню. Я там в другом городе был, он в другом городе, после чего он стал реже снимать на YouTube. Мы с ним несколько раз встречались, снимали, последнее видео это было вроде бы год назад мы с ним сняли, и это было типа разборка с охраной, вот, и после этого мы с ним перестали общаться, там конфликт у нас был, который, этот конфликт мы разобрали. После этого Арсик уехал в Алмату, потом вернулся, мы вот последние там два видосика сняли, и все, после этого он перестал снимать на YouTube. Честно говорю, не знаю, может, у него желания нету, но, в принципе, у меня тоже желания нету ходить там снимать побеги для вас, но это видео про побеги именно набирает, поэтому я до сих пор снимаю. Возможно, у него такое же желание, он не хочет уже снимать на YouTube побеги, хочет снимать что-то другое, но данный контент не заходит вам, то есть YouTube не продвигает. Получается, когда YouTube не блокировал побеги от охраны, можно было это снимать, а сейчас YouTube просто не рекомендует. То есть мы раньше попадали в рекомендации, сейчас у нас не рекомендует, потому что побег от охраны, это как бы считается неприемлемый контент. Вот, поэтому Артик перешел в TikTok, ну, у него там получается где-то как-то, ну, не на всех видео, сами знаете, TikTok там можно быстро просмотры набрать, подписчиков тоже, ну, типа, если ты хорошо снимаешь и качественно, а если так, то как многие школьники снимают, там какую-то фигню выкладывают, то это не будет набирать. Честно говоря, мне не нравится TikTok, но я тоже зарегался, потому что мало ли что, вдруг что-то с Ютубом случится, а хотя бы будет там, ну, типа, TikTok. Вот. Последняя новость, которую я увидел, это влюбленная пара упала, спрыгнул с 20-этажки. Там была опубликована Арсика фотография, типа, это он.
Но на самом деле это не он, это был его знакомый с девушкой. Они спрыгнули с 24 этажа, насмерть разбились. Честно говоря, не знаю, зачем они это сделали, но первое я подумал, типа, что это Арсик, что ли, реально, типа, как он так смог. И теперь, почему мы не снимаем с Арсиком? Во-первых, мы живем в разных городах, то есть он переехал в Алмату, живет в Алмате, я живу в Актобе. Получается, возможно, мы с ним заснимем ролик, если мы окажемся где-то в одном городе, но это, наверное, 30% из 100, потому что у меня есть свои дела, и у Арсика есть свои дела. И, блин, я даже не знаю, будет ли он дальше выкладывать видео на YouTube, потому что, ну, блин, знаете, вот я скажу одно, если ты долго не выкладываешь видео в YouTube, то твой канал как бы чуть-чуть забрасывается, и если ты будешь туда после полгода, как ты не снимал, выкладывать видео, оно не будет набирать. Вот, и выходит так, то, что, скорее всего, Арсик продаст этот канал. Ну, это мое предположение. Вот. Конечно бы, я бы поснимал бы с ним несколько видосиков. Блин, ну прикольно, сколько у нас видео было таких трешовых, начиная от элеватора, не этого, а другого Рамазан, и заканчивая, блин, чем, мегой. Последнего от видео наше такое конкретное прям было, это в меге, когда нас... когда мы с охранником, с охранной, с охраной, короче, подрались, и нас потом повозили там по медэкспертизам, чтобы мы сдали, типа, наркоманы, наркоманы, хотя, по идее, они в этом не правы были, мы просто засняли человека-мумию, вот, и вот этот ролик был последний, побег от полиции, когда мы сделали, ну, я сделал сальто от полицейской машины, побежали на заброшке, стали паркуре делать, и там за нами приехала полиция. Они свалили, а я ждал трэша, и в итоге я трэша дождался, наверное. Вы видели видосики, там практически все набрали нормально, кроме первого, которого... А, кроме первых двух, там, вроде почти 20 тысяч, а в других, там, по 200, по 100 тысяч. Ну, прикольно, кстати, вышло. Вот. Если вы хотите примерно, чтобы мы с Арсиком дальше снимали видосики, мне кажется, вам просто нужно будет написать ему либо в ТикТоке, либо в ВК, ну или в Инстаграме, я не знаю, как он переименовал себя, не знаю. Наверное, хочет перевозродиться и снимать на другую тематику, вот, чтобы его уже не как Арсик Вектор звали, а как-то по-другому, наверное. Возможно, я это просто предполагаю, я не знаю точно. Вот, если тебе это видео стало полезным, то поставь тут лайки. Если ты хочешь, чтобы мы с Арсиком засняли видос, то просто напишите ему в ВК или в Инстаграме, типа, мы хотим видеть видео с тобой. И то мы снимем видео с ним, если мы будем только в одном городе. Поэтому я не обещаю вам то, что у меня будет выходить дальше видео с Арсиком. Поэтому... видео у меня будет там с Крейном, там еще с одним парнишкой, с Дэдпулом, возможно, еще с кем-то, вот. Поэтому, я не знаю, я сейчас делаю челлендж 100 дней, 100 видео, посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, мой канал тоже умрет скоро. Последнее видео у меня набрало, такое последнее популярное видео, это у меня было лям 300 просмотров, но уже 5 месяцев прошло. Не знаю, в этом году у меня будет что-то хайповать, не будет. Смогу ли я набрать 500 тысяч аудитории до лета или не смогу? Возможно, смогу, я думаю, но, честно говоря, я отстал от своего графика на 2 года. То есть, у меня уже должно было бы лям подписчиков быть, но так как... у Ютуба новые правила вышли, то у меня уже лямы нету. Поэтому у меня даже 500 тысяч подписчиков нету. Да, в принципе, из-за карантина все, наверное, там в планах проиграли. Кто-то выиграл в каких-то планах, кто-то проиграл. Мне кажется, только авиарейс выиграли, а так остальные все проиграли. Вот, что я буду делать дальше? Что будет делать дальше Арсик? А Арсик, наверное, дальше будет снимать ТикТок и добиваться там популярности. У них вроде уже есть, но свой, они свой создали круг, ТикТок Хаус, только там не тот казахстанский, который там типа тренды все бьет в ТикТоке. Хотя, честно говоря, я не слежу за ТикТоком, но я знаю точно то, что у Арсика это отдельный ТикТок, то есть у них там пятеро человек, что ли, и у каждого там от
50 тысяч подписчиков, там 100 тысяч подписчиков и до 9 тысяч подписчиков вроде. Вот так вот. А у меня 2 тысячи уже в ТикТоке. Спасибо вам огромное, то, что вы набрали там 2 тысячи. Но до этого у меня было 1900 подписчиков чисто без рекламы. Я, то есть, поснимал несколько видео, выложу туда, некоторые залетели, некоторые не залетели, и у меня набралось там 1900 подписчиков, и вы мне набрали еще 100 или 200, там спасибо огромное. Я буду туда выкладывать видосики прикольные, если вам, конечно, понравится, то заходите туда обязательно. Люблю вас, обнимаю. Надеюсь, все дальше будет хорошо. Если у меня будет что-то вам рассказать, я вам обязательно об этом расскажу. Поэтому, ребята, ждем конца моего челленджа, который я сам себе поставил, 110 видео. Это уже 10-е видео выходит. Все, ждем следующего.